Сегодня мы приехали на стадион, где начинается тренировка белорусского футбольного клуба «Крумкачи». У команды появилось новое оборудование – «Торг-танк М4». «Танк» – лучший тренажер для высокоинтенсивных тренировок во всем мире. Используется в CrossFit Games. С ним тренируются известные атлеты и спортивные команды. Наша компания – эксклюзивный поставщик Torque Fitness на территории СНГ. Сегодня совместную тренировку проводит специалист по функциональному тренингу фитнес-клуба «Аквамарин» Борис Кретов. Танк М4 в тренировках я уже использую несколько лет. Могу сказать, что в функциональном тренинге конкурентов по эффективности и многозадачности у него нет. Один тренажер позволяет развить выносливость, взрывную скорость. Тренироваться можно группой и индивидуально. Танк напоминает обычные тренировочные сани, но имеет запатентованную систему магнитного сопротивления. Чем выше скорость движения танка, тем сильнее сопротивление. Широкие шины позволяют тренироваться в любых условиях, как в зале, так и на улице. Тренажер не нужно разворачивать при движении назад. Можно регулировать нагрузку для каждого направления отдельно. При парной тренировке спортсмен выбирает свой уровень нагрузки. Танк М4 имеет плавную стартовую нагрузку, что снимает напряжение суставов. Предусмотрены специальные антискользящие рукояти. Тренажер позволяет выполнить огромное количество упражнений. Чтобы расширить функционал, рекомендую использовать аксессуары, рукояти, подвесные буксировочные ремни, упряжи, канат с карабиной. Все дополнительные опции крепятся быстро и легко. Приступим к тренировке. Вроде бы простые упражнения, но также прорабатывать все группы мышц на максимальных усилиях. Футболистам нужно развивать взрывную силу и выносливость. И этот тренажер как раз предназначен для этого. Что-то новое, интересное, многообразное. Поэтому покупаем, берем, тренируемся и становимся сильными. У нас тренировки каждый день, и мы готовы к любым нагрузкам. Тренажер отличный, удобный. Он внесет определенный вклад в нашу победу. Вообще я не очень люблю тренажерные залы, но этот тренажер отлично подходит для занятий на улице, на свежем воздухе, с друзьями. Во! Мы будем рады использовать его на тренировках.